Всем привет! С вами Мужская Кухня, и сегодня мы приготовим салат под названием Мексика. Для начала нарежем лук и замаринуем его. Для этого нам понадобится полстакана теплой воды, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 3 столовые ложки 9% уксуса, и все хорошо перемешиваем. Получившимся раствором заливаем лук. И все хорошо перемешиваем. Отставляем в сторону и начинаем нарезать салат. 300-350 грамм сыровяленой колбасы нарезаем соломкой. И складываем в какую-нибудь глубокую емкость. 1 банка кукурузы. Малосольный огурец по вкусу. Я добавлял 5-6 средних огурчиков. 1 болгарский перец нарезаем соломкой или кубиком. Берем 3 помидора и нарезаем их, как вам нравится. 200-250 грамм твердого сыра. Натираем на терке. Через минут 20 сливаем воду с лука и добавляем лук в салат. Поливаем все это майонезом, перемешиваем. Вот и салат готов. А если досмотрел этот ролик до конца, поставь лайк и подпишись на канал. Всем приятного аппетита. Спасибо.